В купеческой семье в городе Кашине Тверской губернии воспитывался любящими родителями отрок Евстафий. Мальчик с детства был строгим постником, склонен был к уединению и богомыслию, исполнял Евстафий обет родительский. Ибо они дали обещание Господу, ежели будет у них сын, посвящен он будет всецело Богу. Еще в юности оставил Евстафий отчий дом и принял монашеский постриг с именем Ефрем в обители преподобного Саввы Вишерского. Родители его хотели было возвратить сына домой, но преподобный Ефрем убедил их самих оставить мир и принять иночество. Вскоре получил святое откровение от самого Господа, повелевавшего удалиться молодому иноку в пустынное место. С благословения преподобного Саввы ушел Ефрем на озеро Ильмень и близ него поставил себе келью. Несколько лет прожил он там в пощении, смиряя плоть свою и укрепляя дух. Со временем вокруг келии преподобного Ефрема появились келии других ревнителей безмолвия и сурового подвижничества. По просьбе этих отшельников святой принял в Новгороде сан священнослужителя, а возвратясь, основал преподобный на месте подвигов своих монастырь, поставив храм в честь Богоявления. Для удобной доставки воды в обитель преподобный прокопал проток из реки Виринды в Ильмень-озеро, отчего обитель получила название Перекопской или Перекомской. Приставился святой Ефрем после многих трудов во благо обители своей 80 лет от роду. Но попечение о монастыре и после смерти не оставил. Через 17 лет после кончины в 1509 году, когда обители грозило затопление, он явился к игумену и указал ему новое место для монастыря. Девятое октября. День памяти преподобного Ефрема Перекомского.